Осень – время, когда красота природы становится наиболее зрелищной. Маленькие участницы конкурса имели смелость побороться с красавицей осенью за титул самой обворожительной и яркой. Пестрая одежда под стать осеннему пейзажу, музыкальные номера в такт танцующему листопаду. Вот и подрастает достойная смена для участниц конкурса красоты «Жемчужина Тараклии». Проводится жемчужинка маленькая, проводится жемчужинка для взрослых. И мы бы хотели, чтобы наши дошкольницы, которые на следующий год уже будут участвовать в жемчужине, чтобы они в этом году уже почувствовали себя на сцене в качестве мисс маленьких королев. И здоров осени конкурсантки своими руками, конечно, не без помощи старших, подготовили подделки, осенние букеты. Впрочем, говорят организаторы, без мам, которые вложили душу в каждый номер, ничего бы не получилось. Им был дан конкурс и было дано название конкурса. И уже сами родители вложили всю фантазию, все творчество своих детей. И видно, что родители очень любят своих детей. И что они способствуют ко всему, чтобы поднять детей на высокий уровень. По решению жюри, каждая из участниц была неотразима, и каждая заслужила самые высокие баллы. Но конкурс есть конкурс, и титул «Мисс Осень 1» достался он Сабрине Замфировой. Озорная девочка выступала без капли смущения, а вот перед нашей камерой слегка застеснялась. Мне понравилось. Что тебе именно понравилось? Мне понравилось, как мы выступали. Я очень переживала. Очень рада, потому что я выиграла. Мне понравились все конкурсы, особенно с мамами. Никто из участниц не остался без подарка. Украсили девочек и заслуженные титулы. Маленькая мисс очарование, мисс нежность, мисс артистичность. А вот сами конкурсантки дополнили своей красотой и лучезарностью изысканную палитру осенних красок.